фестивале мы сейчас быстренько покажем несколько проходов, две ноги, да, вот эти классические проходы. Надо каждый борец, чтобы умел их делать, чтобы отрабатывали и знали, как нужно отрабатывать. Да, вот обычный момент. Вот его руки здесь. Сбиваем, он когда выпрямляется, мы где-то проход вот. Его ногу подставляем, отрываем, да. Вот. Вот его руки на плечи. Сбивать начнем его здесь, вот по кистям. А прямо вот сверху идет сбить. Когда он выпрямился, мы раз сбили проход. Вот. Проход идет вот как такой вертикальный взлет самолета. Да? Не вот так вот проходит, а только вот так вот проходим. Он уже нас уже кидает. Да, проход бьет вот. Раз, он выпрямился, раз начнулся. Вот, вот там ногу поставили. Вот так вот не поднимаем. Или вот так вот не поднимаем. Вот так. Вот. Там ногу что-то поставили, подняли. Также можно его подбить из-под двух. Вот чуть выше локтя. Вот. Подбиваем вверх, шаг, прошли, подняли. Вот. Вот, из-под двух. Чуть выше локтя. Раз, вверх. Хоп, шаг. Вот приблизительно вот. Приблизительно одну линию с ним ставим, приблизительно. Вот. И вот такое вот движение. Вот. Раз. Вот. И вот. Локти вовнутрь. Он локти выпрямляет. В это время раз, перейдем проход. Вот. Раз, вовнутрь поставили, подняли. Или вот такое движение. Вот. Раз, мы прошли. Вот он шаг сделал. Вот. Вот. Раз, мы прошли. Вот. Хоп, сторону взяли. Вот. Оторвали. Вот. И в общем, нужно отрабатывать. Раз прошли. То есть надо нарабатывать десятки раз за тренировку. За неделю у тебя получается несколько сотен. За месяц там уже получается у тебя уже тысячи. И когда ты нарабатываешь, потом ты сам не замечаешь, как ты быстро хорошо сделал. Все. Вот